Прям стоп. Да нет! Нет, Рейлен! Чего? Как это произошло? Ну, конечно. И опять переворот. Воу, коп, ты чё? Офигеть. Управляется очень странно. Опа. Всем привет, с вами Дима Ванпоинт, и мы продолжаем играть Need for Speed Most Wanted PPG Edition. Вы спросите, что здесь еще можно делать? А у нас тут есть, между прочим, испытания, которых тоже достаточно весело. На самом деле, эти испытания я уже начинал проходить в самой первой серии, где просто смотрел мод, потому что вот у меня тут, как видите, два испытания пройдены. Там мы начинали кататься на самокате, и сделал это не просто так, потому что тут типа ты после бана от своего любимого стримера ты хочешь собрать немножко респекта на улицах, прыгаешь на свой скутер и выигрываешь спринт-гонку. В общем, да, сейчас у нас будет спринт-гонка, а потом нам нужно будет уезжать от копов. И самое забавное, что здесь, ну, типа, как мини-история вообще сделана. Ну, вот, например, смотрите, самое первое задание, которое я проходил, здесь у нас написано: «Добро пожаловать в PPG Challenge Series. 75 эвентов, которые помогут тебе вступить в комьюнити. Это лучший способ получить пинок в гонке и выиграть машину, которая тебе нужна или которую ты жаждешь». Ну, что-то как-то так это все у нас переводится. Короче, что, погнали спринты. Здесь должно быть максимально весело. У нас, ну, естественно, выбираем трансмиссию нуб. Я же все-таки нуб, поэтому такую трансмиссию выбираем. И, ага, вот она, наша заставочка с пипегой. Полетели. Так. Ага. Отлично, ну что, вот она, наша пипега. Да, вот он, этот парень. Да-да-да, именно он. Ну что, полетели. Блин, изи старт не получился. Я напоминаю, что у этого самоката не такое легкое управление, как вам может показаться. Очень странно он едет, и, естественно, непонятно, что у него по коллизии вообще. Так, ну я стараюсь, блин. Черт, эта херня странно управляется, очень странно. Опа. Опа! Чё? Как? Ну что, будем надеяться, что в этот раз у меня не вылетит на том же месте. Тогда понятное дело, что это все вообще непроходимо, насколько я понимаю. Мы полетели. Изи старт не получился. Хорошо. Сейчас посмотрим. Если мы это место проедем, то все окей. Если не проедем, то, блин, печалька. Походу дела, Cancer Series у нас немножко поломан. Ай, блин, Мерседес! Сволочь ты такая! Немножко нитро здесь подрубаем. И... нет, нормально. Проехали это место, все хорошо, без вылетов. Но это было стрёмно. Так, да чё? Эта фигня не едет адекватно, просто не едет. Давай, 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 догоняй, Пепе, Пепе, догоняй, малыш, все будет хорошо, мы доедем. Так, опа, я слышу копов. За нами еще и копы тут поедут. Так, 22% комплит. И что-то прям... я так понимаю, испытания прям реально испытания. Вот они тяжелые у нас, мне кажется. Давай, давай, Пепе, догоняй, догоняй. У нас получится догнать эту машину. Что там вообще впереди едет? Я даже рассмотреть толком не могу. Так, а, это Удюха у нас. Ну, Удюха такая, смотрите, прям чешет вообще нормас. Давай, давай, вот так вот, в замедлении, но не тру... Ой-ой-ой, как его раскачивает. Очень странное управление у Пепе, очень странное. Так, хорошо. Не, ну пока что вообще все идеально. Давайте даже сюда попробуем заехать. Ой, у нас там копы есть. Ну, блин, без копов никуда, я так понимаю, да? А, нет, смотрите, он нас не увидел. Как это вообще работает? Ох, черт, ох, черт, ох, черт. Офигеть, его занесло. Капец, 55% у нас было. Жесть. Его вообще не отловить было, когда его понесло. Охренеть, Пепе. Ты чё такой неуправляемый? Я, конечно, понимаю, что на самокате, но не настолько же. Блин, как тяжело этой херней управлять. Очень тяжело. Так. Давай, 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 давай. Чё вот это вот за штуки такие? Я не понимаю, проезжаем какое-то свечение. Что это значит? Может, это какие-то чекпоинты? Хотя здесь никаких чекпоинтов не должно быть. Это ж у нас все-таки спринте. Смотрите, опять там рядом были у нас копы, но нет, мы проехали мимо. Так, ладно, сосредоточились. Может быть, все-таки получится у меня подружиться с этим самокатом. 73% тем временем.
Блин, давай, давай, Ой-ой-ой-ой-ой! Давай! Очень странный физон у этого самоката. Очень странный. В дрифт он заходит очень хорошо. Прям нереально. Да блин, врезались и жопу подставили. Я прям вот уже рядом был, чтобы обогнать его. Сволочь ты такая. Иди сюда. Ворота вообще не заходят. Давай. Догоняют сзади еще. О, может тут проехаться. Вот это я понимаю прыжок. Блин. Ну нет, ну аудюха просто улетает. Ну капец. Вот тебе и челлендж сериес. Да, 95% все, это ГГ, это перезапуск, это рестарт. Трассу выучил. Теперь, может быть, будет получше. Но это не точно. Вот почему-то в этот раз мы максимально удачненько едем. Они вообще нас не догоняют. Как это работает, я не понимаю. Это очень странная рандомная игра. Прикиньте, на самокате ехать 350 км в час. Это жесть. А вот и копы. Привет, копы. Ой, вообще хорошо сейчас проезжаю. Просто идеально. Не, ну вот этот час вообще изи. Они даже на 3 секунды отстают от нас. Оп, копы. Черт, нет! Нет! Эту срань занесло, и там прорвался зефир гребаный. И он почему-то не едет, он стоит на месте. Все, что? Меня задержали. Охренеть. Одно неправильное движение, и все, меня задержали. Офигеть. Вот тебе и челлендж сериес. А ведь так все хорошо начиналось. Ну, конечно же, копы, опять. Снова, блин. Ну ладно, хотя бы сейчас они появились на 84%, поэтому у меня есть шанс доехать до финиша спокойно на первом месте. Без всяких вот этих вот врезаний заграждения, потому что, черт возьми, этот самокат не любит заграждения. Прям вообще не любит. Он врезается очень легко и сразу же застревает. Но тем не менее, мы приезжаем на финиш. Готовенько, шикарно. Итак, здесь нам нужно уйти от копов. При этом нам нужно накопить 4000 за погоню. Хорошо, попробуем накопить 4000 за погоню. Я вот не помню, что именно здесь нужно делать. Вот это вот, наверное, да? Крушить, ломать. Поэтому будем пытаться крушить, ломать максимально. Ой, как там странно капелька вылезла. Так. Пока что они что-то нас нагнать не могут. А все потому, что мы достаточно быстрые ребята. Так, ну лучше всего, на самом деле, копить бабло при помощи самих же копов. Просто их разбивать. И тогда будет все замечательно. Но. Надо бы сначала доехать до туда, где можно что-то поломать. Так, у нас дороги перекрыты. Вот здесь, мне кажется, что-нибудь да будет. Копы там вообще как это, сами-то будут разбиваться или нет? Вроде челлендж не такой сложный, а разбивать пока что нечего. Вот если только вот сюда заехать. Вот тут немножечко поколобродить. Потом вот это вот. Оп! Блин, сволочь! Так, надо обратно! Обратно копам! Почему всего лишь 600? Чего, блин? Ребята, вы где? Я не хочу так рано уходить. Пожалуйста, вернитесь! Куда вы исчезли? Блин, да что ж ты будешь делать, а? Ну, конечно, рестарт. Опять. Снова рестарт. Не умею я много денег зарабатывать уходом от копов. Давайте сюда повернем. Я просто до конца не понимаю, как именно тут деньги зарабатываются. Вот именно в этом испытании. Вот сейчас вот за что? За что у меня прибавилось 100? Соточка за что упала? Что-то непонятно. Ну, давайте вот сейчас вот это вот. Разбил. Ну. Копы там кто-нибудь врезался хоть? 950 дали. А, ну то есть... Все-таки нужно крушить и ломать. Ой, он очень легкий. Он очень тяжело вот эти заграждения проезжает. Ладно. Хорошо. Едем ломать дальше. 1050 у нас уже есть. Шикарно. Так, что тут? А, медзаколонка. Отлично. Взорвали. Главное, чтобы эти от нас не отстали. А они прям что-то норовят уже отстать. Давай, я тебя жду, братан. Давай. Не отставай. Так, 1500 пока только. Да что за фигня? Какая-то херовая погоня у нас получается. Вообще мне не нравится. Вот это вот сейчас все. Опа. И обратно вернемся к нему, чтобы он нас видел. Привет. Как твои дела? Поехали, еще что-нибудь разнесем. 1600 пока только, но это очень мало. Надо как-то подольше, наверное, от них кататься.
Уровень погони здесь, кстати, не так быстро копится, как в карьере. Да он вообще не копится, нифига. Он на месте стоит. Но офигеть теперь. Давай, давай, вот это вот разнесем. Но он... Блин, но он сейчас убьется и все. Да? Да, убился. И 1900 всего лишь накопил. А, нет. Не-не-не. Он тут где-то. Он жив вроде еще. Он жив! Я к тебе приеду и спасу тебя, братан. Вот это вот было зря. Я слишком добрый человек, он меня сейчас мог поймать. Точнее, Пепе слишком добрый я. Уезжаем. Как же она дрифтит? Как же этот самокат дрифтит? Это просто жесть. Так, вот, у нас тут есть что разбить. Поехали, попробуем. Ну, снова бензоколонка. Бебех. Ну, мы его расхерачили, копы. 2450 теперь у меня, а копов-то рядом больше и нету опять. Да что ж ты... Да, вот это вот вам челлендж. На самокате уже второй раз, получается, ухожу от копов. А, нет, вот, сзади что-то кто-то появился. Где? Где коп-то? Где коп? Я... Вот он, заспавнился. Красава, что заспавнился, только у меня тут коллизия-то, которую я не вижу. Так, сносим вот это все. 2650. Блин, ну это капец. Тут капец долго бабки копятся. И опять коп куда-то врезался. Братиш, я тебя жду, давай. Догоняй меня. Давай, 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 давай. Отлично. Красава. Чё мне делать? 2850 пока только. Поехали сюда, тут прокатимся. Этот вообще теряется нереально, просто. За мной как будто какие-то слепые копы ездят. Да, отлично, блин, братан, ну ты чего? Он взял просто и убился забор. Поехали, поехали, давай, давай, давай. Не убивайся, пожалуйста, больше ни обо что, умоляю тебя. Давай, снесем вот эти вот будочки. Красава. Что-то мне за это ничего не дали. Что еще происходит? Вообще не понимаю, за что тут зарабатывается вся эта валюта. Давай сюда повернем. Ты где? Давай, ты едешь или не едешь? Ну давай, разворачивайся, разворачивайся. Я тут рядышком. Во, красава, столб сбил. Шикарно, молодец. Ну вот эту херню разнесем. Бабах. Прижал там его или нет? Вроде не прижало, вроде жив. 3550, уже совсем чуть-чуть осталось. Сейчас накопим мы баблишечка. Давай, 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 опять здесь проедем. Только не убейся. Ну что же он такой прям немощный совсем? Во. Во, давай. Прям совсем дэшечка, дэшечка осталась. Набрать-то чуть-чуть. Так. Ну блин, ты чё он так отстают-то? Вот чё он опять встал? Где он ездит? Давай, давай, давай. Да чего? Как ты меня по... Как ты меня потерял? Я здесь. Ты чё слепошара такой? Блин, вы слышали? Он опять врезался. Я здесь. Я здесь, давай, разворачивайся. Ну, 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 пожалуйста, ну развернись, поехали уже. Ну, сколько можно ждать погоню? Вот, отлично. Кстати, осталось всего лишь 50. Так, может сейчас заработать? Нет. А, все, челлендж комплит. Все, нафиг уезжаем отсюда. Челлендж комплит, поэтому сейчас мы можем по красоте вот здесь вот запарковаться и уйти от погони, потому что вряд ли кто сюда успеет доехать за это время. Даже если он успеет, то все, я уже уйду. И да, мы это сделали. ГГ, отлично. За 5 минут, кстати, уложились. Очень даже неплохо. А, после Топ Гира все британские жители купили себе Рейлиант. Покажи им самого быстрого водителя на трех колесах. Ну-ка, мне это интересно. Но сейчас, наверное, будет... Пропускаем. За это дают бан на YouTube. Я уже проверил. Я это уже проверил. Так, ну что, вот она наша машина с пипегой. Вот это интересно. Изи старт. Ух, нифига, она, конечно, выстреливает. Офигенно. О, вау, 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 вау. Че это у нас здесь такие ребятки шустрые? Давайте, у нас тоже нитро есть. А то я смотрю, такие на нитрушечки, да, на к нам типа подъезжают. Херушки, херушки вы нас догоните. Так, давайте замедлением. Я хочу посмотреть, как она едет боком. Блин, посмотрите, какие там диски стоят. Офигеть. Вот это диски там. Кстати, блин, они прям шустрые. Тут, я так понимаю, это все дело... Оно лучше, чем в карьере. То есть прям... Да нет, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет, Рейлин. Что ты делаешь? Зачем? Пожалуйста, давай на колеса. Обратно, обратно. Обратно на колеса. И нитро... Ох, это было хорошо.
А между прочим, кстати, 3 круга нужно проехать. Ну все, за нами еще и коп... Блин, куда я поехал? Зачем я сюда поехал, скажите? Я просто потерялся, я заблудился. Ага, у нас тут еще и копы будут. Понятно. То есть мне три круга страдать на этой бричке? Ну как страдать? Я, кстати, не сказал бы, что она прям супер хреново управляется. Но тяжеловато, тяжеловато иногда в повороты заходить. Короче, что хотел сказать. Боты сложнее, чем в карьере. Реально. В карьере просто вот в некоторые моменты они были такие сложные. А в основном они были легкие, я их легко объезжал. Здесь же прям сложность чувствуется. Блин, рейлинг, конечно, с поворотами не особо дружит. Ну что, у нас тут осталось еще 2 круга, давайте это все дело перемотаем. Не-не-не-не-не-не, не переворачивайся, пожалуйста. Отлично. Давай-давай-давай-давай-давай. Блин, замедление надо было врубить. Было вообще офигенно. Короче, нам эта срезка очень хорошо придает буста. Блин, опять я сюда поехал. Воу! Где? Я даже не видел копов. Что? Забавно, как они меня увидели, так и развидели. Офигеть. Чего? Как это произошло? Офигеть! Как это произошло такое? Он просто какую-то невидимую стену врезался. И надо же, вот это вот, главное, все случилось на последнем круге. Рейлиан, блин, не подводи меня. Сволочь такая. Смотрите, эти улетают. Последний круг. Черт возьми. Это была подстава. Давай, 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 догоняй. Блин. Пожалуйста, тащи. Капец, он там несется. Вы видели, как он зашел в этот поворот? Как они так в повороты заходят? Пожалуйста, забери его с собой. Забери этот Рейлиан. Коп, давай, давай, давай. Да охренеть, ну просто. Я в какую-то текстуру врезался, и все, я просрал. Че, блин? Как это работает? Жесть, они едут, просто жесть. Ну, конечно. И опять переворот. Ну ладно, хотя бы на колеса приземлился. Давай, давай, стартуем. Не стой, не жди никого. Нормально, там полиция организовали кордон. И они врезались в этот кордон, мои соперники. Но какого-то фига... Один все равно выжил и сейчас едет у меня на хвосте. Воу, коп, ты чё? Офигеть. Жесть. Нормально, пока что отставание целых 10 секунд. Хорошо. Но они могут очень быстро нагнать. Они уже все на 4 секунды всего лишь отстают. Жесть, просто жесть. Ну что, испытаем удачу. Да ё-моё, блин. Нет, 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 ну смотрите, опять врезал. И все, и меня телепортнули на самый верх. Это прикол какой-то, это просто прикол. Это как будто специально сделано. И все, и эти все сразу же обгоняют. Ай, сволочь. Иди нахер. Черт, этот улетел вообще пипец как. Ну опять тот, кто на первом месте, вот сейчас, он улетает. И все, его не догнать. Это нужно прям на супер лаке как-то все это пролетать. Но мне нихера не везет. И главное, опять на 3-м круге, блин, не везет. Жесть! Блин! О! О, это было хорошо. Но опять же, это хорошо сейчас на 1-м круге. Фу! Блин, это было пипец потно. Короче, самая главная тактика в том, чтобы ты ехал, не выпендривался не по срезкам вот этим всем, а просто брал и ехал по дорогам. Потому что срезочку... Бедный Рейлиан не мог нормально осилить. Я постоянно переворачивался, переворачивался, переворачивался. И там, я не знаю, просто звезды должны были сойти, чтобы все было хорошо, и чтобы этот Рейлиан не перевернулся. В общем, испытание — это очень потная тема. Поэтому, если вам понравилось, не забывайте поставить большой палец вверх. 1000 наберется, и мы будем продолжать все это дело. Ну а пока на этом у меня все. С вами был Дима OnePoint. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И всем пока-пока.